24 апреля 1915 года. Те, кто не знают, должны узнать. Те, кто уже знают, не забудут никогда. 24 апреля 1915 года. 24 апреля. Кровь и слезы. 24 апреля. Боль и страдания. 24 апреля 1915 года. Геноцид армян в Османской Турции. Миллионы сердец перестали биться. Миллионы сердец перестали любить и мечтать. Миллионы сердец перестали радоваться жизни и тянуться к солнцу. Миллионы сердец перестали биться той страшной весной. Замолкли голоса, закрылись глаза. Навсегда. 24 апреля 1915 года. В Османской Турции были убиты миллионы мирных жителей, таких же, как ты и я, невинных жителей. Миллионы людей были уничтожены только потому, что они армяне. Не пожалели никого, ни стариков, ни женщин, ни детей. Безоружных армянских мужчин вывозили за пределы городов и вырезали сотнями и тысячами. Расстрелянные священники, политики, бизнесмены и дипломаты. Расстреляны армянские поэты, композиторы, драматурги и художники. Уничтожена армянская интеллигенция в Стамбуле и других турецких городах. Растоптана древняя армянская культура. Сожжены армянские книги. Церкви разрушены и стерты с лица земли. Миллионы армянских семей бежали из Турции, спасаясь от неминуемой смерти. Остальные были безжалостно убиты только из-за того, что они армяне. Османская Турция пыталась утопить в крови любое упоминание об армянах и о других народах, являющихся коренным населением Османской империи. Сотни тысяч греков, курдов, езидов, ассирийцев были убиты в эти страшные времена. Прошло 100 лет. Мы помним. Сменились поколения, но мы помним. Сегодня, 24 апреля 2015 года, прошло 100 лет. Но мы помним.